Добрый день! Приветствую всех на моем канале. Сегодня я покажу немного свои графики. Я вытащила листы из скетчбука, чтобы было удобно показывать. Работы были не по порядку. Я люблю наблюдать за творчеством других художников, которые развиваются, у которых есть динамика, которые также ищут, как и я. Поэтому непременно есть какое-то влияние, но и самостоятельной работы здесь тоже много. Набросок к этой работе. Дерево более фактурное. Писала несколько работ с такими деревьями лохматыми. Вот эскизы к ним. Вертикальные варианты и горизонтальные. Здесь я думала о воздушной перспективе. Каким образом изнутри на нас выходит этот ряд деревьев? Эта работа похожа на негатив, это не случайно, я так задумала. Есть фактура сверху вниз. После прописки гуашью я прошлась сверху водорастворимым углем и уже заканчивала карандашами сверху. Вот здесь видно на переднем плане. Деревья как пальцы, такие разные стороны торчат. Все эти лохматые деревья, которые как ладони, как пальцы, они о зыбком ощущении, о нестабильности. На заднем плане те же деревья, а впереди, с чего началась эта работа? Я пролессировала восковые мелки, на них образовались такие капли, мне захотелось повторить это. Эскизы к данной работе. А вот эскизы к той работе. Сейчас я ее еще раз покажу. Окончательный эскиз. Справа я пробовала перевернуть в негатив. Так, посмотрим дальше. Кот, который отражается в луже. Здесь идея была на заднем плане холодная, на переднем теплая. И эскиз к этой работе. А здесь эскизы к следующим двум работам, которые я покажу. Карандашом и гуашью. Сначала я сделала вариант карандашами, но он мне показался недостаточно тонально наполненным, поэтому я в другой день написала это гуашью и прорабатывала тоже снова карандашами. На этом я прощаюсь с вами. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. До свидания.